Меня преследует мегалодон! Нет! Вы когда-нибудь слышали легенду о мегалодоне? Так вот, сегодня я вам ее поведаю. Жил-был Пози, как-то раз он решил поплавать, вдруг откуда ни возьмись появилась акула-мегалодон и решил меня убить. Да, конец. В общем-то, я сейчас буду плавать на своем катамаране и буду пытаться убить мегалодона. Кстати, вот такая вот у меня странная лодочка, это пони. Лодочка. Да, я знаю, что это выглядит очень наркомански, но мне это зашло почему-то. И сейчас мы с тобой должны выследить этого мегалодона. Я знаю, что он где-то тут. Я знаю, что он где-то рядом. Где же ты, мегалодон? Ты где? Давай мы будем с тобой наблюдать за всеми корабликами. Какой корабль разрушится, такой корабль мы и должны преследовать. А, нет, это странно звучало. Как это я смогу преследовать разрушенный корабль? Ладно, не суть важно. В общем, нам нужно с тобой выследить место, где будут топиться все кораблики. Они, скорее всего, будут топиться где-то на меду, что более вероятно, потому что акула любит скопление людей. Ты чё? Он мне чуть лодку не потопил, вы это видели? Давай, Пози, топи, Пози! У тебя самая классная лодка на планете. Не, слушай, я ее даже не вижу. Серьезно. Может быть, этот мегалодон где-то затаился под водой? Может быть, он прямо сейчас где-то подо мной? О! Испугал? Нет, ладно, не испугал. Ну хорошо, ну бывает. Всякое бывает, согласен с тобой. О-о-о-о-о! Смотри, там какой-то чувачок в воде. Скорее всего, его лодку потопил кто-то. Так, нужно взять пушку в руки. Приготовиться. У меня Томпсон автомат. Если что, смогу застрелить эту акулу. Давай, зараза, покажись! Давай, я иду к тебе на помощь! Запрыгивай ко мне в лодку! О-о-о! Я вижу! Вижу мегалодона! Так, стреляем по нему! Стреляем! Давай! А, перезарядка! Стреляй! Стреляй в эту акулу! Давай, выстрел! Хорошо попал по ней! Боже мой, какая же она стрёмная! Что она делает? Она дэнсит! Она, кажется, решила станцевать в этом океане! Она решила показать нам профессиональный брейк-данс! Вау, что с этой акулой не так? Это самая сумасшедшая акула, которую я когда-либо видел. Так, перезарядка, выстрел последний, давай, стреляй. О, так, замечательно, почти убили ее. А, возможно, она пытается улететь в космос. Возможно, это летающий космический мегалодон. Ладно. Это было странно. Да, мы победили, мы все выжили. Ура! Мы вновь спасли мир. Все благодаря Пози, конечно же. Пози спасает мир. А мы должны с тобой выстрелить этой сигнальной ракетой прямо в воздух. Это знак нашей победы. Вот у нас чистое небо, выстрел и... А? Чё? Я думал... Чё? Я думал, будет салют. Точно, это же спасательная ракета. На помощь! Заберите меня отсюда! Меня опять отправляют на сражение с мегалодоном! Я не хочу больше этого терпеть! Помогите! Две акулы. Сразу две акулы появятся. Сразу два мегалодона. Да ладно! Ну, камон, только не я. Я не боссу. А, вторая акула выбирается. Двойной адреналин. Опять же, только не я. Лирок-кроха. Хорошо, что это не я. На этот раз я буду плавать на утенке. Да, я считаю, утенок это самая классная лодка, на которой должны плавать все настоящие моряки. В том числе викинги, скандинавы. Хотя, возможно, это одно и то же. Ну да ладно. Я буду плавать на своем утенке. Какой же я классный. Поплыли. Берем курс левее. Кстати, эта утка очень неудобно поворачиваться. Я вспомнил, почему я не любил эту уточку. Опять мегалодон выплыл на охоту. Он решил поохотиться на вкусненьких людишек. О, нет. Так, он выплыл откуда-то отсюда. Я видел. Кажется, он плывет в мою сторону. Давай, акулка. Я тебя уже видел. Сейчас он будет использовать турбоускорение. Я должен уплывать. Меня преследует мегалодон. Нет. Отстань от меня. Давай, плыви, утенок, плыви. Так, направо уходим. Чем быстрее, тем лучше. О, боже мой, нужно по нему стрелять. О, божечки мой, я сейчас врежусь. Правей. Я боюсь, помогите. Меня акула почти достала. Стреляйте по ней кто-нибудь. Фу, она сдала назад. Он меня не смог догнать. Этот вонючий мегалодон. Второй мегалодон, да ладно. А, так, стреляйте. Он съедает эти обломки. Он же сумасшедший. Он потопил еще один корабль. Так, мне нужна перезарядка.
Чё за фигня? Он был прямо возле меня. Их здесь сразу двое. Так. Они там доедают эти обломки. Я хочу просто выжить. Я не хочу убивать акул. Я хочу просто выжить на этой адской планете. А где все мои друзья? Их всех уничтожила одна акула? Что? Вау, что они там делают? Они батлятся? Там, возможно, есть хороший мегалодон и плохой мегалодон. Да, я знаю, я сумасшедший. Так, ну, как минимум пару раз я смог задамажить эту акулу. Наступает ночь. Они яростно разгрызают все обломки этих кораблей. Смотри, что творят эти дельфины. Ты знаешь, ты не акула, ты дельфин после такого... Ух ты, ё-моё, он сальтуху замутил. Стреляем. Перезарядка. Нужно релоуднуться. И стреляем в ту сторону. Я не знаю, в какую сторону я стреляю. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. О-о-о-о-о-о. Давай ко мне, рыбешка. Сейчас я из тебя сделаю отличную уху. Накормлю тебя сам этим супчиком. Посмотрим, как тебе это понравится. О, чё? Он догрызает человечка. Он его сгрыз. Вот засранец, он просто взял его и сгрыз. А, я не знаю, как мне на это реагировать. Честное слово. Пока что я плаваю, пока что все хорошо. Так, иду на таран. На таран к этой вонючей, зловещей акуле. Так, давай, дельфинчик. Сворачиваю налево. И вот так вот, давай. Поймал рыбешку. Она сейчас плывет за мной. Ух ты, ё-моё. Вот это меня развернуло. Так, надеюсь, он промазал. Надеюсь, он не поплыл дальше за мной. Надеюсь, он там врезался куда-нибудь. Ух ты, ё-моё. 60 секунд осталось всего лишь придержаться. Там чувак плавает на лодочке в виде поняши. У него такая же лодка, как и у меня. Ой-о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 й. Перезарядка. Помогите мне. Я знаю, что вы меня хотите съесть. Но я несъедобный! Нет! Так. Я должен выкрутиться из этой ситуации. Я не из таких ситуаций выпутывался! Нет! Я не хочу быть съеденным! Стреляем по этой акуле! Они меня атакуют! Атакуют со всех сторон! Ух ты, ё-моё! Стреляю! Я почти убил эту наглую ребёшку! Она там скользит, она пытается меня раскромсать на маленькие кусочки! Но она не знает, что я уже здесь! Я бегу прямо к берегу! Нужна помощь! Ух ты! Увернулся! Ух ты! Увернулся опять! Дубль номер два! Дубль номер три! А, меня все-таки убили эти акулы-мегалодоны. Но я был последним, и по идее я должен был как-то выжить. Мне осталось продержаться буквально 20 секунд. Как я не смог этого сделать? Мне безумно обидно. Сражение с мегалодоном. Легенды были правдивыми. Мегалодоны обитают на этом острове. Они спокойно спали на дне океана. Но вдруг одна нефтяная компания разбудила демона океана. Печальненько. О, пасхалочки? Что это такое? Это у нас какая-то пещера. Я не был в этой пещере. И что это за пещера? Что в этой пещере? Это же... А тут ничего нет. Так, я спускаюсь еще ниже. Интересно, я буду мегалодоном? Нет, не буду. О, я вышел на пляжик. О, так, я буду теперь плавать вон на той лодке. Она более быстрая. Это очевидно. Единорожку никто не станет убивать. В тот раз я выжил. Выжил. Ты сейчас так же будет. Надо пригласить кого-нибудь к себе на лодку. Давайте, я инвайчу вас всех. У меня уже один человек в команде, два человека в команде, три человека в команде. Боже мой, сколько у меня людей в команде. Матросы, так сказать. Так, пушка есть. Как она стреляет, нужно разобраться. Но она стреляет, в принципе, прямо. Нет, никто не займет мой штурвал. Поехали. И-ха! Ну, чувак, может быть, ты присядешь? А, нет, он, видимо, будет там стоять. Так, акула выплыла. У нее сразу минус хп. Откуда? А, не, все, они восстановились. Так, газуем. Вау, выпрыгнул дельфинишка. Нас очень много в этой лодке, и, скорее всего, именно поэтому мы так медленно едем. Так, давай, дельфин. Дельфин, хоп, увернулся. Так, сейчас он съест этого человека. Давайте, прыгайте, глупцы, прыгайте. Вы же понимаете, что вам... Вам все равно придет конец. Ну да. Я затупил. Я подвел свою команду. Да и пофиг. Йо-хо-хоу, и бутылка щища. 15 робуксов стоят мои шансы. Ладно, давай мы с тобой повысим шансы на то, чтобы стать этой ребёшкой. Хотя бы на 10%. Не знаю, может быть, хотя бы процентиков на 50, если, конечно, была бы такая возможность. Ура, у меня 37% будет. А теперь у меня эта надпись «Пурчасинг» никогда не исчезнет. А, нет, всё исчезло. О, смотри, как чувак там гоняет на лодке. Понтуется. Слушай, я могу к ним спрыгнуть, нет? Может быть, я увижу, как его съест здоровенная акула. Эй! Полундра! Я тут! Спасите!
Со мной какие-то сумасшедшие чуваки с крыльями. Смотри, он еще живой. Акула, видимо, не понимает, что нужно съесть вон того человечка. Хоба! И его съела акула, акула победила, сейчас я буду акулой. И я буду акулой. Нет, Кариночка будет акулой, только не это. Ну да ладно. Я и не очень-то и хотел быть акулой. Я хочу быть охотником на этих акул. Хочу убивать их. И жрать. И делать из них стейки. Классные рыбные стейки, да. Я сделаю из этой акулы стейк. Если она меня, конечно, не убьет. Это не точно. Знаете это. Я буду плавать вот на этом вот катере. Возможно, это самый обычный катер. Возможно, это не самый обычный катер. Возможно, это быстрый катер. Возможно, он медленный. Так, нужно сесть за штурвал. Я сейчас буду управлять этой яхтой. Слушай, она быстрая. Я бы не сказал, что она медленная. Здесь есть даже место для отстрела акул. Мегалодон опять выплыл на охоту. О нет, нас точно сейчас сожрут. Ну да ладно, ну камон. Так, 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 там какой-то чувачок упал. Но это уже его проблема, что он не ухватился. О, я вижу, у тебя классный плот. Вон она акула. Что она делает? Она делает фрисик зиру ноускоуп. Так, я смогу по ней попасть? Давай, давай, давай. Шмаляйте по этой акуле. Смотри, она крутится, она бесится. Она страдает фигней. Возможно, она просто заглючила. Или, возможно, она пытается спастись от нас. Мы же охотники. Давай, давай, давай. Так, теперь я возьму свое ружье. Я пришел сюда, чтобы тебя убить! Наглая ты ребешка. Ой-ой-ой-ой-ой! Она, кажется, к нам приближается. Вам так не кажется? О, давай, 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 пару выстрелов. И сейчас мы сделаем самую вкусную уху в нашей жизни. И давай! Есть! Я ее убил. Ну все, теперь я могу спокойно отправляться домой с чистым сердцем. Ну а на этом наша серия по охоте на мегалодона подходит к концу. Если вам понравился этот ролик, то обязательно лепите свой лайк и подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И оставайтесь такими же крутыми и веселыми. Adios. Playtime.